картина у единственного телевизора в доме. Как Пузик у нас сидел, смотрел, да. Как крутится стиральная машина. Так и Масик теперь сидит и смотрит. Он конкретно кино. Залипает около стиралки. Он сидит и шею вытянет и смотрит. Миш, ты у меня тоже вместе с ним, что ли, смотришь? Да? Телевизор-то нет. Телевизор-то говорит, нет? Да. Да? Смотреть-то нечего. Покажи, как он длинный стал, вырос. Но худющий, как лесопетка. Вот такой. И морда. Ест он много. А толстеть не толстеет. Толстеть не толстеет. Нет, но у него все сгорается он вообще. Энерджайзер. Васюш, ну что спиной встала? Кажет, вот. Не умеет даже съемки проводить. Конечно, мы не умеем. Не умеем? Умеем. Умеем. И все равно смотрит. Все равно смотрит стиральную машину. Как его не трогать? В общем, мы запустили первую стирку опробовать. Купили мы знаменитую из анекдота машинку. Bosch. За руки не стираем. Да. Вот. И, в общем, сборка уже даже не Китай, даже не Таиланд. Рядом не стояли. Сборка Санкт-Петербург. Посмотрим, как она себя поведет. Та машина, что у нас поломалась, у нас стояла долго, и сборка была Германия. В общем, и гоняли мы ее, бывало и по 3, и по 4 раза в день. Бывало 5. А сколько лет она у нас простояла? 6, наверное. Нет, побольше. Да, больше, чем... А мы ее до Васи купили. Васе уже 7 лет. Да, лет 8. Лет 8 машина проработала, и только в этом году она у нас поломалась. Ну что? Подожди, подожди, смотрит. Куда он побежал? Спрятался? Вот, сидит, залипает. Так и смотрит на стиралку, да? Да. Ага, ему пока все вновь. Вась, ну он боится, не надо его так близко.